Всем доброго здоровья. Чем вы тут заняты? Золото деревенское, грузили. Вот, слава богу, тут, можно сказать, тестируем новый деревенский транспорт. У нас же с китайцами дружба, все дела. Да. Вот. Посмотрим, насколько тут все это возить может. Ну так-то возят, намного облегчает труд человеческий. Очень даже хорошо. И вообще в деревне все полезное получается. Отходы жизнедеятельности от животных складываешь в одно место, перепрели уже несколько лет. И теперь все это пойдет золотом на огород. На огороде будут потом вот такие помидоры. Секрет наших урожаев. Особенно картошки, потому что Алексей из года в год удобрял. Ну да, картошку тоже вот удобряю каждый раз. И прямо это, слава богу, думаю, что именно от этого. Клубнику уже посадила. Вот Алексей грядки формирует. Красота. Ну а там уже будем вручную между кустов сорняки выпалывать.